Литературно-поэтический вечер героям от потомков посвящается. Начался с пронзительного стихотворения Константина Симонова под названием «Если дорог тебе твой дом». Читающий его актер Ярослав Агикян местами сам не мог сдержать слез. Если ты фашисту с ружьем не желаешь навек отдать дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь. Вместе с жителями городского округа мероприятие посетили депутаты Совета депутатов Сергей Малиновский и Артур Каримов. Мы в нашей обычной жизни не должны забывать о тех людях, которые пали смертью храбрых на полях различных боев, либо выстояли за мир. Чтобы увековечить память героев войны, в Химках появился уникальный виртуальный музей. У нас создана платформа «Все для фронта, все для победы», на которой рассказано о всех героических людях, которые проживают на территории городского округа, те, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Подобные поэтические вечера позволяют прочувствовать все те эмоции, которые испытывали люди на фронте. Актрисы театра зачитали рассказы участниц Великой Отечественной войны, а также отрывки из документально-очерковой книги «У войны не женское лицо».